нами на зв'язку вже має бути. Це Сергій Жернов, екс-співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Ну, от Сергієм будемо зараз про це говорити, тому що в останні дні це професор Соловей активно видавав інсайди про те, що, мовляв, таки 26 числа Путін помер, і відповідно, що він вже десь в холодильнику, на якійсь своїй з резиденції. Кому це потрібно, кому це вигідно, давайте говорити з Сергієм Жирновим. Сергій, здравствуйте. Здравствуйте, Ігор, і привіт всім нашим зрителям. Ну от, Сергій, я вспоминаю о тому, що і професор Соловей, і СВР, да, ми знаємо, генерал СВР, це телеграм-канал, ви теж маєте раз в неділю на нашому каналі в Ютубі розговори, говорили о следующем, що Путін якоби умер. Спочатку, що у Путіна остановило серце, потім, що він упав у себе в кімнаті при врачах. Я багато об этом читав, вірити или не вірити, я навіть не знаю, вірити или ні, але читав, що як мінімум такі фрази и в такой, если это вброс, он очень выгоден сейчас Кремлю, потому что повестка перебивается, неудачи на фронте забываются, ну и возраст Путина, да, он уже не молодой человек, и когда говорят о том, что есть проблемы с возрастом, со здоровьем Путина, говорят, ну он же старший человек, но он борется, он молодец. Ну, вообще сейчас, конечно, это была информационная бомба огромная на этой неделе, потому что и первое заявление, значит, сразу прошло, кстати, было перепечатано во многих международных СМИ, и второе заявление. Вот, мы, кстати, на вашем канале показали мое интервью с генералом СВР, оно у вас там уже больше миллиона просмотров набрало. Вот, в этом смысле, так сказать, это, конечно, пользуется огромной популярностью. Вот, к сожалению, нет, конечно, объективного, так сказать, подтверждения от третьей стороны. Да, хотя и вот сегодня я с утра записывал, кстати, итоги недели с генералом СВР. Оно сегодня выйдет у нас на каналах с ним вечером и, скорее всего, завтра появится на вашем канале. Вот, и остаются те же самые вопросы. То есть, грубо говоря, сейчас остается вопрос, верить или не верить. Вот. Я по этому поводу говорю, что ну, люди, которые верят, это мы верим в церкви. Да? Вот в церковь мы ходим, верим в Бога. И проблема с верой в Бога – это то, что вот если бы Бог взял бы и сошел бы на землю и показал себя, то у нас бы не было никаких проблем. Да? Вот, а поскольку он никогда не сходит на землю, то у нас остается только в него либо верить или не верить. И те, кто верит, они верят, а те, кто не верит, то и не верят. Вот, и практически с этой историей со смертью Путина, которые объявили каналы генерал СВР и Валерий Дмитриевич Соловей, примерно такая же ситуация. Кому это выгодно? Я сомневаюсь, что это выгодно Кремлю. Вот вы знаете, вы сказали, там привели такое мнение, что вроде как повестка дня там куда-то внимание убирается, повестка дня меняется. Нет, я думаю, что уверен, что это совершенно невыгодно Кремлю. Вот, абсолютно, потому что Путин же действительно старый. И от Путина действительно устали. И вот если вы посмотрите комментарии, которые люди пишут под нашими эфирами на эту тему и на моем канале, и на канале генерала СВР. Кстати, генерал СВР закрыл комментарий на своем канале, потому что там набежало, во-первых, такое огромное количество ботов, что просто зашкаливает, и они сняли. Я у себя оставил открытыми, я не знаю, у вас, наверное, тоже открыты комментарии. Вот, но люди... Просто так им хочется, чтобы Путин помер, что они готовы верить в эту историю. Вот на самом деле, я уже слышал несколько комментариев, с этим делом согласен. Марк Фейгин, кстати, сказал, когда вот делал разбор, он говорил, что люди просто так желают, чтобы этот человек наконец откинул копыта, что любое сообщение значит, о его смерти, оно, конечно, воспринимается на ура. И я сомневаюсь, что вот эта вещь, она выгодна Кремлю. Потому что Кремль, конечно, понимает, что вот такие распространения такой информации в интернете, в сетях, а сети сейчас влияют довольно сильно. Плюс мы готовимся, ну, имеется в виду, в Российской Федерации они
они готовятся к якобы к выборам президента в следующий год. И я очень сильно сомневаюсь, что эта история, она работает на Кремль. Ну вот, Сергей, если бы сейчас вас спросил, а видели ли вы снежного человека, вы бы наверняка не отвечали бы мне. Но вот Песков отвечает, а есть ли двойники у Путина? И он говорит, вы знаете, никаких двойников нет, и развивает мысли, и серьезно там говорит. Вот зачем ему поднимать эти вопросы? А вот это, кстати, история, на которую я уже отвечал, кстати, вашим коллегам на вашем канале, потому что на этой неделе у меня было интервью с Ириной Узловым и потом с Артемом. Вот, оба задавали мне такие вопросы. Я им давал свое видение вот какое. Что когда эти каналы, и генерал СВР, и Валерий Дмитриевич Соловей рассказывают о том, что вот Путин болен, что у него рак, что у него двойники и так далее. Они навязали Кремлю эту повестку, и к Путину прилипли мемы. И поэтому, когда эти каналы на этой неделе дважды сообщали там, о проблемах со здоровьем кардинальных у Путина, либо остановка сердца, либо даже смерть, то Пескову ничего не оставалось, как выходить и оправдываться. Потому что огромное количество перепечатки, мировая пресса перепечатывает. И да, мировая пресса там частично, даже во многом, там наполовину, она говорит, что вот странный канал, вообще неизвестно, откуда взялась эта информация. А другие говорят, а вообще-то создается впечатление по деталям, которые они приводятся, что люди вообще в теме, что они, возможно, там вообще даже имеют какие-то источники, близкие к Путину. И получается, что Кремлю навязывается повестка, которая ему не нужна. И отсюда выходит Песков. А мы же с вами знаем еще такую вещь, что Песков, когда он выходит, то чаще всего он врет от имени Путина. У него работа такая — врать от имени Путина. Ему за это деньги платят. И поэтому, когда Песков выходит и начинает говорить, да нет, у Путина со здоровьем все нормально, никаких двойников нету, то народ-то уже привык, что Путин, что Песков врет. И поэтому, когда он что-то дезавуирует, то наоборот все говорят, значит, все так и есть. Значит, действительно у Путина проблемы со здоровьем, и значит, действительно у Путина есть двойники. Вот. И в этом смысле меня вообще это дело занимает, откровенно говоря, потому что, конечно, вы поняли, что я довольно иронично отношусь к этим заявлениям, вот, потому что мне тоже хочется, конечно, вот этот холодный труп увидеть, да, а лучше даже гроб, а лучше даже похороны. Вот, хотя, кстати, и Валерий Дмитриевич Соловей, и генерал СВР, я вот немножко вам тизер добавлю, да, вот в этих итогах, которые мы сегодня с ним записали, он говорит, ну вот, а представьте себе, допустим, сделают такие какие-то похороны. Ведь люди в нынешнем состоянии, когда к Путину прилипли мемы, когда двойники и так далее, они же вообще уже не поверят ни во что. Они скажут, нет, это не Путин умер, а это похоронили двойника, а настоящий Путин уехал в Венесуэлу и сейчас вместе с Пригожиным находится, значит, где-то там в тропиках, пьет шампанское и наслаждается жизнью на ворованные миллиарды. То есть, грубо говоря, вот этими заявлениями на самом деле оппозиционные каналы навязали Кремлю такую повестку, которая из него сделала просто клоуна. Из Путина сделала клоуна, из Путина сделала бункерного деда, из Путина сделала лысого карлика, из Путина сделала двойников, тройников, четверников. И мы уже, заметили, обсуждаем не то, что Путин сказал, а настоящий ли это Путин или не настоящий? А что у него болит или что у него болит? А когда он встречается с Кадыровым, то почему он держится двумя руками за стол, боится упасть или еще что-нибудь? Понимаете? Так что на самом деле все работает. И когда человек находится у власти 24 года, и когда человеку за 71 год, а по другой версии за 73 года, то все-таки это начинает потихонечку работать против него. И когда я говорю потихонечку, на самом деле не потихонечку, а очень сильно. Ну, кстати, Сергей, вы сказали о повестке и натолкнули меня на мысли на том, что уже никто не слушает, что говорит Путин, а что говорят о Путине, о его здоровье. Потому что если... А там уже нечего слушать, потому что я о чем? О том, что он, если что-то и говорит, то санкции не работают, экономика стоит с колен, Украину придумали, Ленин это придумал. Вот все, что за 2 года он говорил, ничего нового. Поэтому вот обращаю внимание и на то,
где ручки в Путина, где ножки в Путина, как он мотыляет ими и другое такое подобное. Если говорить о Кадырове, вы вспомнили, и изучение, институт изучения войны и аналитики говорят следующее, что были проблемы со здоровьем Кадырова, а теперь с властью, потому что он как-то должен балансировать между исламским направлением в Чечне и православием, которое исповедует Путин и РПЦ. И вот что Кадырову очень сложно найти баланс между Москвой и Чечней. Да, это правда. У него, кстати, со здоровьем проблемы реально были, да, потому что там все-таки источники инсайта из кремлевской больницы говорили, что действительно ему делали какое-то там переливание, что у него какие-то там почки. Ну, его похоронили, конечно, там еще до Путина похоронили в сентябре месяце, и мы были бы очень рады, если бы эти похороны были реальные, но, значит, похороны не состоялись. Вот. Но дальше проблема заключалась в том, что Кадыров в наглую начал просто провоцировать практически Кремль, потому что есть история с его сыном, который избил подследственного в следственном изоляторе, его обвешивание всякими наградами и Чечни, и других мусульманских республик. И в итоге Путин вынужден был встречаться, организовывать. Я думаю, что это даже был ответ, вот эта встреча с религиозными деятелями, организованная Путиным, это был некий ответ, потому что пошли вообще разговоры о том, что Путин продался мусульманам, что он принял вообще ислам, что, кстати, поэтому, что типа он и не пьет уже и водку там и так далее. Вот, потому что Кадыров навязал, кстати, Путину то, что оценка в Сталина в качестве преступника. Кадыров навязал Путину, заставил Путина переписать учебник истории для школы, где были описаны в невыгодном Кадырову плане и невыгодном Кавказским республикам мусульманским плане истории с выселением Сталином этих народов после Великой Отечественной войны. И он добился этого дела. И получалось так, что даже Путин лег практически под Кадырова. И стали обвинять даже Путина в том, что он преследует мусульманское омусульманивание России и ведет к гражданской войне на идеологическом и даже религиозном плане, потому что явно совершенно православные к этому делу будут относиться очень плохо. Тем более на фоне того, что Путин поддерживает Хамас, опять же, террористическую исламскую группировку против Израиля. Вот. То есть на самом деле у Путина, конечно, проблемы большие, у Кадырова тоже. Да? И Кадыров пытается балансировать внутри государственной власти. И вот эта история с тем, что он хочет стать на самом деле таким как бы рупором мусульманского мира российского, это такая большая амбиция у Кадырова. Раньше у него такой амбиции не было, вот, но теперь вот она у него явно появляется. И самое интересное, что, судя по всему, у каких-то мусульманских народов Российской Федерации появилось желание тоже из него сделать такой рупор. Потому что раньше таким рупором был все-таки Татарстан. И мы, кстати, видели, что Кадырова, кстати, на встрече с Путиным не было во время встречи с религиозными деятелями. Да, и там, муфтиев таких чеченских откровенных не было, потому что, по-моему, там был муфтий из Татарстана, муфтий из Чувашии и еще третий человек, но, по-моему, чеченцев там не было. Вот. То есть в этом смысле, конечно, мы будем наблюдать. Эта ситуация сложная, эта ситуация взрывоопасная. И вот эта ситуация, кстати, тоже выгодна Украине, потому что все то, что ведет к нестабильности внутри Российской Федерации, к проблемам внутри Российской Федерации и к ослаблению Российской Федерации, выгодно Украине на фронте. Ну вот, кстати, Сергей, если говорить о шатаниях внутри России и что это однозначно выгодно Украине, правильно ли я понимаю, что политические разногласия не такие взрывоопасные, как религиозные в России? Нет, политические разногласия тоже есть, но действительно, вы знаете, в России вообще политики как таковой нету.
У Путина же нет ни идеологии, никакой ни политики. У него единственная идеология — остаться у власти как можно дольше и воровать своими приятелями как можно дольше. То есть там у них политика — это бабло. Вот, и все, и ничего другого нет. Все остальное — это надувание щек. Это попытка выдать за какую-то идеологию. Российская Федерация не является никакой супердержавой. Российская Федерация не представляет никакой идеологической программы не только никому в мире, но даже внутри Российской Федерации она не может ничего представить. Путин, я имею в виду. Вот, и поэтому мы говорим о путинском режиме, который просто держится на, так сказать, личной преданности вот этому человеку. И, кстати, поэтому сообщение о его смерти и так и взволновало Кремль и заставило Пескова выходить оправдываться, потому что если убрать Путина, то рушится путинский режим, потому что у него же нет никакой идеологии, в отличие от советского режима. Да, вот в советском режиме мы знали, что умирает генсек, ну, это, может быть, там какая-то проблема некоторая там аппаратная на данный момент, когда он умирает, но в любом случае там остается Политбюро, остается секретарь ЦК, ЦК КПСС, съезд, и, в общем, Коммунистическая партия Советского Союза, 16 миллионов, и в этом смысле ничего не меняется в режиме. Путинский же режим, мы же видели, что, значит, миллион членов партии «Единая Россия», но Путин, по-моему, даже в ней не состоит, хотя они его считают, так сказать, своим лидером. И когда этот самый Пригожин создал проблему 23-24 июня в этом году для Путина, не этот миллион партии «Единой России» не вышел. И вообще непонятно, вот почему у Путина, кстати, очень большая слабость, потому что совершенно непонятно, что произойдет после его смерти. Вот мы в Советском Союзе, мы это прекрасно знали, что произойдет. Да, соберется пленум ЦК, выберут нового генсека, и дальше новый генсек будет руководить от имени Коммунистической партии Советского Союза этой страной. А вот при Путине непонятно, что происходит. Ну, по Конституции мы знаем, что там премьер-министр должен взять бразды временно власти в свои руки и назначить выборы. Вот. Но как это произойдет реально, мы не знаем, и поэтому вот гадание, и поэтому любое сообщение об изменении здоровья Путина, о его смерти или не смерти, вызывает такие большие пертурбации. Сергей, спасибо за этот разговор, спасибо, что объяснили, разъяснили, что же с Путиным, что с его здоровьем и кому это выгодно. Спасибо. Спасибо. С нами был Сергей Жернов, эксперт, убитый кандидат от службы зовнішньої розвідки Российской Федерации.